Здравствуйте, друзья. Из Германии у нас вопрос. Женщина говорит, что вот моих лет, и говорит, что вот такое ощущение, что с возрастом меньше времени становится свободного. Вот как я планирую свое время? И надо сказать, что тут очень в точку наблюдение такое. У меня то же самое. Не хватает времени. Ни на что вообще не хватает. При том, что очень многие вещи, которые мы там, скажем, делали в больших количествах еще совсем недавно, мы не делаем. Например, мы еще 10-15, я уж не говорю, там 20 лет назад, у нас каждые выходные мы куда-нибудь там большой компанией, там к океану, в лес, барбекю какой-нибудь там, я не знаю, там дома у кого-то. То есть вот этого сейчас почти нет, там, если только с внуками там куда-нибудь в компашку идешь. Но действительно получается, что времени нет. А я не знаю, интернет съедает. Что съедает? Вот я видео не делал там пару лет назад еще в таких количествах, но тоже времени не было. Как планирую время? Ой, я не могу в этом плане подавать пример, потому что я плохо планирую время. Но у меня есть организующее начало в виде Светланы, которая гораздо более собранный и организованный человек, чем я. Поэтому, в принципе, у нас есть календарик в онлайне, там висит. По-моему, это хатмейловский, я боюсь соврать. Вот, и, значит, поскольку у нас там майкрософтовское, так сказать, начало в наших софтверных делах, поэтому... Скорее всего, хатмейловский, я не знаю точно. И сотрудники все, и Светлана, они мне туда, в этот календарь, все вносят. Вот, а я получаю по электронной почте там заранее что-то. Какие-то вещи наиболее важные. Мне, значит, приходит извещение на сотовый, на мой. И я знаю, что вот, допустим, там завтра там что-то, или там через час вот оно уже... Или через 15 минут оно же. То есть вот как-то я так электронно себя поддерживаю. Кроме того, у меня в течение дня есть некоторое время, когда известно, что мне не назначают аппойнтментов вот на работе. Допустим, после 5 мне не назначают. Только если что-то экстренное. Поэтому я знаю, что если нужно с кем-то срочно встретиться, бывают ситуации, когда нужно срочно. И тогда я говорю, ну хорошо, ну приходи там после 5. Да, или там приходи после 7. Например, после 7 у меня точно нет аппойнтментов никаких. И так далее. Тогда возникает вопрос: ну хорошо, а как же все-таки дела семейные там со Светланой и так далее? Ну опять, ну Светлана назначает, она мне говорит, в такое-то время мы идем туда. Я говорю, отлично. На выходные мы обычно едем на дачу. Так, и если уже там друзья или там какое-то общение, то оно на даче происходит. То есть к нам приезжают люди туда из-за границы, там бывает и местные тоже, и друзья просто, и так далее. У нас есть друзья, которые могут в наше отсутствие, например, там просто пользоваться нашей дачей, там как-то для своих целей тоже. Вот такое место тусовочное. Вот, поэтому так как-то вот, я не знаю, если бы не Светлана, я даже не представляю, как бы это все происходило, к сожалению. Тут мне поделиться нечем, кроме вот мысли о том, что кто-то может это хорошо делать за тебя. Вообще, всякий человек, он успешен ровно настолько, насколько он в состоянии других людей привлекать, которые лучше его что-то умеют делать. Поэтому один же человек не может ничего сам, вот все, точнее, он что-то может, но он все же не может. Он может там 1, 2, 3, 4 там действия каких-то выполнять хорошо. Может быть, он вообще там лучше всех это делает, но он же не может сразу все. Поэтому в этом же смысл команды, как бы. А команда сложилась, точнее, функции внутри команды стали распределяться вот по мере того, как выяснилось, что один человек чего-то не делает, и другой говорит, знаешь что, давай так, ты это больше не делай, я буду делать. Вот и так оно и получилось. Поэтому... такой вот опыт. А так вообще действительно это очень, очень странное такое наблюдение. Вроде, а что, когда у тебя дети, ты их в школу повезешь и туда везешь, на секцию ведешь. А сейчас уже вроде нет такого ничего. И думаешь, куда все время делось? Удивительное дело. Удивительное. Надо обдумать.
Вот, а так передаю привет, значит, женщине из Германии, которая раньше жила в Киеве, и очень как бы рад вашему присутствию в нашей компании. Вы прям как Светлана моя тоже, она у меня из Киева и тоже примерно моего возраста. Счастливо. Наверное, вы с ней общих знакомых бы там по Киеву нашли, если бы так поболтали 5 минут или 10. Она из 171-й школы, так что вот подумайте.